Доброго утра, встречаем гостя. И надо заметить, что гость сегодня пришел к нам с мячом. Ну, я надеюсь, что без кровопролития обойдется. Сегодня в гостях у нас тренер по карате Алексей Кориков. Он приехал сегодня утром из Кохтла-Ярви и хочет рассказать о своих достижениях и о замечательном спортивном празднике, который совсем скоро пройдет в Кохтла-Ярви. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, да. Меня зовут Алексей, я приехал из города Кохтла-Ярви, тренер по кикюсенкай карате. То есть давайте уточним, это самый такой серьезный, полноконтактный, там, где ломают кости, и, да, в общем, нужно иметь большое мужество, чтобы этим заниматься. Ну, считается сильнейший карате на всей планете. Правда ли, что у тренера по карате обязательно должен там портрет Чака Норриса висеть где-нибудь обязательно на стене или как? Ну, не портрет Чака Норриса, а портрет основателя карате Масуда Цуямы. У вас есть такой портрет? Есть. А правда, с 50-х годов, да, это существует. Правда, что тренер по карате спит в пижаме черного цвета? Нет, нет. Спит обычно, тренируется обычно. А черный пояс-то есть у вас? Черный пояс, да. А где вы его храните? Висит на специальной такая ложа, где, как это, по тамишивари, доска такая японская. Ну, то есть в почетном месте? В почетном месте, да. А жена не может трогать его там, гладить, нет, стирать? Нет. Пояса не стираются. То есть они белеют от черноты, потом от занятий, и становятся потом в конце уже белыми. Ну, мы неоднократно встречались тренерами по самым разным направлениям единоборств. И, в общем, ситуация такая, что все у нас в Эстонии не так и плохо в этих направлениях. У нас реально есть талантливые бойцы, которые и как по правилам, и как без правил занимают различные места. То есть как бы все нормально. Но вот с каратистами еще до сих пор как-то вот не пересекались. Вы скажите, первым будете. Скажите, что как у вас в Кохтла-Ярви с каратистами вообще происходит? Ну, скажу так, что занимаются карате. У нас не только кикюсенкай карате, есть и бесконтактное карате в городе, скажем, и другие боевые искусства, там дзюдо. Ну, скажу честно, что раньше занималось детей больше, так как, наверное, в нашем мире чуть-чуть победил компьютер детей, и приходится их чуть-чуть заставлять. То есть вы приходите домой, оттягиваете детей от компьютеров и ведете к себе Нет, за руку? Я их делаю им такие развлечения, как некоторые походы, скажем, в лес, чтобы им было более интересно. То есть если дети ведут себя плохо, папа обычно снимает ремень, а в данном случае Алексей снимает черный пояс со своей ложи вот этого самого, и дети понимают, что праздник закончился. Да? Ну, скажу так, что на самом деле кикюсенкай карате, оно как бы характеризует атлетизм, сила, динамика. То есть тяжело им заниматься, нужно подтягиваться, отжиматься. Физуха должна быть хорошая. Физуха, да. Слушайте, ну, про другие, если стили говорить, что они легкие, что ли? В футболе хотя, правда, тоже надо подтягиваться? Не, я чисто по карате. Мне просто интересно, а для чего человек должен, например, заниматься бесконтактным карате? То есть, когда человек идет на восточные единоборства, понятное дело, что он хочет, помимо физики, наверное, достичь каких-то успехов в плане того, чтобы противостоять реальному противнику. Бесконтактное карате, вот там смысл в чем? Бесконтактное карате, потому что бесконтактно. Ну, понятно, то есть никто никого не бьет. Да, меньше травматизма. А у нас получается Но так, что... На улице это поможет? На улице поможет. На улице Кохтла-Ярви это поможет? В плане того, то, что он должен понимать, что на улице он принимает контакт уже. Чуть-чуть рука летит быстрее и чуть дальше. То есть выключает невидимый вот этот вот, знаешь, барьер. Да. Давайте о соревнованиях грядущих поговорим. Сколько участников планируется и есть ли шансы у эстонских спортсменов? 16-17 мая я провожу открытый чемпионат Европы по кикюсенкай карате. К нам приезжают практически все страны Европы, включая Японию и Россию. Участников на данный момент где-то зарегистрировано примерно около 400 участников. Шансы на команды Эстонии есть, так как я выезжал уже на прошлый чемпионат Европы. Это была Польша, Испания, Греция, где мои ученики Максим Юшков, Алис Кориков, девочки Александр Дейенеко, Марк Умец и Эвар Перец становились бронзовыми, серебряными призерами чемпионата Европы. Ну а если говорить о том, где самые лучшие каратисты живут, это Япония? Это Кохтла-Ярви. Или Кохтла-Ярви? Наверное, да, Кохтла-Ярви. Насколько серьезные соперники приезжают? Скажем, это приезжают с каждой страны лучшие. Поэтому все противники, соперники, наверное, лучшие будут.
А это интересно будет посмотреть? Это зрелищное соревнование? Ну, полный контакт, где без всякой защиты, кроме запрещены удары руками в голову. Все остальное разрешено. Так сказать, мужской центр вселенной. Там защищено ракушкой. А, ну и туда можно бить? Нельзя туда бить. Так, ну, пах, лицо, горло – это запрещено. А обзываться ну, можно? Обзываться нельзя. Сразу дезинфицируют и проиграл. То есть, там, ты вредная лягушка, я сейчас тебя победю, так говорить нельзя. Я думаю, там нету времени на это все, да? Все очень быстро происходит. Все очень быстро происходит, да, некоторые бои даже... там 3-4 секунды удар пяткой так в голову за 4 и все. Секунды. Так в голову же нельзя бить. Пяткой. Пяткой ногой. Можно, оказывается. Да. Да. Руками нельзя в голову, а ногой в голову можно. Ужас какой-то, да. Ужас. Ну это безопасно? Нет. И скажу так, что сейчас во многих странах запретили детям заниматься до 12 лет, так как большей частью в России происходит, ну, погибают дети от этого, и немножко уменьшают. Одевают жилеты, одевают больше защиты. А когда уже становишься взрослым, 18+, там снимаешь все без защиты и без ничего, голыми руками. Ну вот, насколько я знаю, карате уже довольно давно убрали из олимпийских видов спорта. Уж не знаю, с чем это там связано, свои подковерные игры. Ходят слухи, что ведется обратная подковерная борьба, чтобы вернули его в мир Олимпиады. Это вообще что-нибудь слышно об этом? Ну, обещают в 2020 году провести первые, да, на Олимпиаде первые турниры. Ну, я так думаю, что запретили это в плане только травмы, да, травматизма. А по поводу зрелища, я думаю, что многие зрители согласятся, что кто знает наш стиль кикбоксинг, карате, ну, наверное, самый такой зрелищный вид спорта и единоборства. Самый красивый. Самый красивый. Я так среди ваших учеников услышала знакомую фамилию. Это ваш родственник занимается? Это мой сын. Ваш сын, да? То есть вам сына не жалко? Ну, наверное, скажу так, что дети, которые занимаются вместе с родителями, у нас есть такие многие в моей группе. Максим Юшков и папа Юшков, тоже Влад Юшков занимается. Аулова семья, Полипартовы там семья есть. То есть отцы помогают детям встать на пьедестал, а дети идут вперед, стремятся за отцом. И такие же есть у нас, скажем, в других видах спорта, где родители помогают детям. С какого возраста вы тренируете сына? Сына тренирую с 5 лет. Но по-настоящему уже после 12, видимо, пошло, да? Ну, с 5 лет было все по-другому. Это буквально изменилось сейчас европейские законы, где чуть-чуть, вот, меньше агрессии. То есть уже показываешь агрессию на соревнованиях и получаешь уже минус балл. Ага, вот это тоже влияет, нельзя, да? Да, серьезно. Да. А вот насколько, сколько у вас подопечных? Ну, вот сейчас где-то примерно около 80 детей занимается. Какого возраста там примерно? С 5 лет. Насколько влияет вот этот вот вид спорта на общее психическое состояние человека? Ну, потому что не секрет, что когда они осваивают уже не азы, а уже какие-то профессиональные вещи, это уже фактически вооруженные люди, что уж там говорить, да, потому что это реально боевое искусство. И, в общем-то, ну, по неосторожности можно применить так, что потом... Ты хочешь спросить, это в позитивное? Нет, я спрашиваю, насколько сила. Насколько они морально устойчивы? Ну, скажу, что первое, что у нас это дисциплина. Поэтому без дисциплины никуда. И, наверное, каждый на улице, кто может быть хулиган, он же видит в твоих глазах, что человек занимается боевым искусством. И, наверное, любой хулиган уже всегда на улице выискивает слабого себе. Угу. То есть он видит ваших учеников, видит силу взгляда и уходит в сторону. Видно, да. Ну, я опять же, я скажу, я практикую то, что... вот дисциплина, это в первую очередь. И уйти от вот этого всего. То есть видишь, скажем, толпу людей, уйди в сторону, зачем натыкаться на какие-то препятствия. То есть способ зайца надо использовать, да, бежать, да, быстрее, да. Сегодня вы привезли очень красивый кубок за третье место, да, здесь вижу. Да. Вот. И вижу меч. Вы с собой привезли, правильно, я так понимаю? Да, это катана, символ самурая, символ воина. Наверное, должен быть у каждого
кто занимается, наверное, боевым искусством. Это реально боевой меч, да? Да, реально вот боевой. Острый, который вот там, острый. Платок кинешь прямо, да, вот это, да. Все там. Здесь на нем самая дорогая, самый дорогой шелк японский. И этот меч, да, был сделан по заказу, перевезен из Японии. То есть он самый острый, толщина, а острота его... Острее, чем лезвие. Я просто первый раз в жизни вижу живьем меч. Обычно все как-то в кино да в кино наблюдаю. Ну, действительно, производит впечатление. А зачем? Энергия сильная, а такой зачем вещи? Вам такой... Это символ. Такое оружие. Символ, он висит на специальных крепежах, закрытыми от детей, от семьи под двумя замками. А это всего лишь символ. Но вы владеете этим мечом, конечно, да? Да. То есть... Чтобы вот таким вот острым предметом научиться оперировать, это как? Это, я думаю, что это не тяжело. То есть начинают есть деревянные бокен, такие мечи. Игрушечные. Начинают, да, тренироваться. И потом через 10 лет лезвие можно уже взять в руки. Ну, сложно себе представить, конечно, ситуацию, где там это все можно применить. Нет, но это же не для того, чтобы применять. На самом деле... Наш вид и стиль карате все же, наверное, переходит и в Японию, это буддизм. Uh-huh. И, скажем, махать им, там, рубить какие-то деревья тоже нельзя, потому что все живое, камни, скажем, деревья, поэтому он большей частью предназначен, ну, наверное, как символ. Раньше... А разрешение тоже на такой символ требуется? Нет, закон, нет, да? Нет. Скажите, пока. Алексей, вот если говорить о философии вашего... существования, а то, что вы взяли из спорта в свою жизнь, то какой вы человек? Спокойный, рассудительный или, наоборот, стремительный, резкий, быстрый? Ну, наверное, спокойный, но... Наверное, лучше не злить. Разные бывают, может быть, ситуации, да, где, наверное, надо уйти от этой ситуации спокойно, скажем так, разрулить словами, а если надо, наверное, то могу быстро и, наверное, атаковать. Но этого не было уже много лет. Ну, а в семейной жизни какие-нибудь секретики нам? Вот у вас сидит жена с вами приехала, улыбается, и сын чемпион будущий. Вот... Спокойно, все, ну, бывает в семье всякое, ну, большей частью мы живем уже вместе больше 20 лет. Ну, то есть жена знает, что у вас есть меч? Жена владеет копьем, вот, да, перевязан розовой лентой. Большей частью, так как занимаюсь японским видом спорта, у нас все вот как бы... большей частью по традиции все связано с Японией. Мы были в Японии, ездили в прошлом году на чемпионат мира с детьми в Японию, посмотрели их культуру, то есть все на 10-м небе. Скажите, когда вы смотрите на выступление, допустим, коллег по виду спорта там, в Японии, вы разницу сильно видите? Ну, скажу так, что есть разница, потому что немногие секреты нам рассказаны, и все же у них это традиция, наверное, тысячелетия, где они занимаются. То есть наш стиль, он молодой, а в общем карате – это их традиция. Поэтому, ну, есть различия. Есть у них в голове, они просыпаются с этим карате. У нас чуть-чуть вот на 50%. Где-то после обеда, так, после понятно. После обеда, да. Мы хотим пожелать вам удачи, успехов. Еще раз напомним, когда у нас открытый чемпионат. Напомним, что в Кохтла-Ярве 16-17 мая пройдет чемпионат Европы по карате. Стиль Кёкусинкай. И сегодня в гости к нам приходил тренер по карате Алексей Кориков. Спасибо за это интервью. Спасибо.